Встречу открыл Александр Богомаз. Отложив в сторону заготовленный доклад, глава региона предложил участникам обсудить самые острые проблемы без обиняков. И начал, что называется, с места в карьер. Вот он и говорил, кризис сегодня есть, он будет, потому что и санкции Запада, и падение цен на нефть, они все равно будут сказываться. Но, с одной стороны, мы должны понимать, что это какой кризис? Тот, который был в 1998 году? 2003, 2008-2009, немножко 95-11 и сегодня. Санкции Запада уже заставили отечественных производителей поднимать цены на продукты. При этом средства на увеличение зарплат рядовых граждан нашлись не у каждого работодателя. Отсюда недавняя паника у банкоматов и поредевшие очереди за кредитами. Банкиры рапортуют в один голос. Спрос на ипотеку в 2015-м заметно уменьшился. В этом году планы мы для себя не снижаем, а наоборот повышаем. Мы реально видим, что платежеспособность осторожно появилась. Вот. Что мы предполагаем делать в этом году? Да, мы финансовый кризис, он в первую очередь коснулся банков, с учетом санкций, ограничен кредитование за рубежом, естественно, кредитов только центральных банков, человек стал 18%, естественно, наш банк взял несколько триллионов под 17%, и все это вызывает естественный рост. То, что немалая часть строек в Брянске ведется за счет дольщиков и кредитов, факт общеизвестный. Приоритет строителей на сегодня – предпринять такие меры, которые защитили бы вложения и граждан, и застройщиков. У нас жилищное строительство, жилье строят сотни организаций. Причем есть организации, которые строят достаточно приличные объемы, там 30 тысяч, 40 тысяч в год. А есть, которые строят полтора дома, два, три года. И вот чтобы не получилось неприятностей, конечно, мы должны сейчас четко определиться. Должны получить какую-то информацию от банков региона, сделать инвентаризацию всех объектов, строящихся за счет ипотечного кредитования, посмотреть, на какой стадии, что мы уже реализовали, продали, в каких домах. И может быть, придется что-то сократить. Немало бед строителям приносит несовершенная пока схема техприсоединения построенных объектов к инженерным сетям. Сами застройщики видят выход в бартере. Услуги по подключению к газу, свету и воде сегодня, квартира или магазин – завтра. Эту и другие перспективные идеи Александр Богомаз поручил рассмотреть детально градостроительному совету Брянска, формирование которого сейчас ведется. Светлана Дробкова, Владимир Сидоров. События Брянск.